Есть один лоб. Там еще чел приехал. Ненавижу на общагах файтиться, но просто ненавижу. Один нок есть. Второй тоже нок есть. Вот этот типок, сейчас я его закрою. Все, домой, братанчик. Я просто валю. Сорян, братан, не моя война. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня полетим в починки, там как раз есть повышенная зона лута, ну и плюс они находятся под разлеткой. Вот, полетели туда. Так, со мной... Слушай, со мной нормально падает в починки. Прям очень нормально. Все куда-то вначале улетели. О, импик. Один в доме на первом этаже. Есть минус. Короче, надо пойти полутаться пока что. Особо торопиться некуда. Он мне щел в поле. А, тут двойка даже. Давайте побегает. Не все кляшки. Ой, и нормально попал по мне. Снок один и другой. Настроено. Блин, как-то мне сенса лагает, я не могу вправо повернуть. Так, 4x пока оставлю. Слушай, еще один подходит. Да, он у меня по этой же бегает. Че, будешь заходить? Давай, заходи. Вышел. Убегает просто. Блин, надо его дожимать. Есть, ног. Так, с этими разобрались. Там у меня тоже щелы. И где-то ближе к центру. Типа, и надо к ним бежать. Так, где чело вопрос? Они здесь повсюду фатятся. И справа тоже типа есть. А, один у меня прям в доме находится. Блин. Прям в доме у меня здесь. Есть, ну.
видимо, только отрезался. На втором этаже бегает. На крышу поднимается. Да, на крышу поднялся. На кулачке двигается. Киберспортсмен. Ух, еще и лазерка на юмпик. Просто зашибись. Так, у меня в той стороне чела. Мне кажется, еще на линии тоже остались, типа. На, папич. Вот я слышу. Бегает. Блин. Да чтоб тебя, а! Не услышал, я думал, маленькую комнату забежи сейчас. Эх, ну ладно. Ну там баги нарезалки есть. Блин, ну это моя ошибка на самом деле. Не ожидал, что он выпрыгнет. Обычно чело прям на талово сидит в кемпах. Ладно, короче, сейчас фастом залутаюсь. Здесь. И на ясное пойдем. Там на ясное реслка, и там возле реслки баги есть. Крипов я бить не собираюсь. Так, чисто подлутаюсь немножечко. Просто максимально быстрый лутинг. Все, все забрал, все, что можно. Да тише, тише, тише. Не бейте меня, плиз. Все, я ушел. Да я ушел от вас. Все, хватит. Хватит меня бить. Хватит, все, уходите. Все, найс, ушли. Но это баги явно не спавн. Мне кажется, в ясности щелу лутаюсь. Если никого так не встречу. Просто поедем. Я никого не слышно. Все, поехали в починки. Я обязан отомстить за себя и забрать свой лут. Блин, на общагах щела. Давай с общагами пофайтимся. Оба на второй этаж поднялись. Один на крыше поднялся. Странно, что они не пошли пушить меня. Я могли. Хаешки там закидывают. Еще баги едят. Или еще эти моки. Один спрыгнул. Еще один спрыгнул. Блин, у меня брони нет. Там еще баги едет. Все, минус все. Да? Это минус все? Или это вообще левый? Это левый, походу, вообще. Он моего добил. Да чтоб тебя. Там еще приехала тачка. Сверху. Или он не добил моего все-таки. Он спасся.
Шагов не слышно. Дальше еще одна приехала. Блин, моего добил. Все-таки он уполз. Он выжил. Побежал. Ловить поешки. Блин, надо к ним заезжать. Блин, он там двойка, по-моему, вообще ефтай. Да, тут два типа. На третьем этаже бегает. Да, оба на третьем этаже здесь сидят. Че, ты будешь выходить, нет? Там еще щелы приехали. Блин, тот там сидит, Фелиса. Куда он делся? Чего? А куда он делся, я не понял. Что-то я вообще ничего не понял. Он, видимо, спрыгнул. И в другую общагу ушел. Я вижу. Да, это он убежал. Костюм его узнал. Убил. Вот бегун. А чё за тачка приехала, я так и не понял. А, чего? Просто два типа бежали. Собчак. Дача еще одна приехала. Ненавижу на общагах файтиться, но просто ненавижу. Смосники стреляют. Меня смущает чел, который в этой общаге, скорее всего, сейчас. Где он? И вот здесь тоже типы. Сколько их, которые на даче приехали. А, он вообще в школу побежал. Блин. Поздно заметил его. Ладно, короче, поехали тоже в зону. Тоже через лево. Потому что непонятно, сколько справа типов. А слева я знаю, что точно один. Привет, братан! Куда бежим?
Так, еще по зоне, надо через рожок ехать. Это чел бежит? Ясно. Ух, колесо не пробил. А где его тиммейты? А, бежит слева тиммейта. На той стороне бежит. Блин, как я проезжать сейчас буду, я вообще не знаю. Там же чел на общагах еще были. Где вот они сейчас? По какому маршруту они поедут? Мне желательно сейчас дожать этих типов, которые за зоной. Возможно, его сейчас поднимают. Нет, натек, его никто не поднимал. Все, поехали в зону. Вот 13 челов живых, не так уж много. По сути-то. Слушай, а может быть сейчас в магазинчик зайти? По жести закупиться? Ема, тут ящиков валяется. Третий броник. Найс. Так, еще вилмак куплю, у меня 45 монет есть. И вот эти обвесы топовые. Так, а, хаешек надо взять побольше, хаешек мало. Все, окей. Блин, и пятерок мало, надо было пятерки еще купить. Ну, ё-моё. Монет уже не осталось. Можно было бы продавать свои предметы ненужные. К примеру, набрал АСПшек или девяток, которые не используешь. И пошел продал. Было прикольно. А, чего? Вижу, чел бегает. Есть, ну. Он за деревом. Но мне надо его закрывать 100%. Без вариантов. А, тут двойка даже. Они в туалете. Все, минус двое. Фух, душнил, нифига он мне сузика прописал, просто забей. Просто минус лицо. Чего они здесь сидели? А, вижу, УАЗик ротируется, кстати. И дроп там. Такое ощущение, что они от кого-то прятались. Либо это завоеватели просто на краю зоны сидели. Блин, такая зона и просто голем и флопан. Не знаю даже, куда заезжать. А, я вижу УАЗик. Вроде слева от УАЗика чела видел. А, он за камнем чела. Чего? Чего? Да ё-моё, это была мэрка. И мне четко в голову попадает с первой пули. Не, ну по сути, куда тут еще можно было заехать? Сюда только в эти кемпы, которые слева снизу в белой зоне. Даже не знаю. Ладно, ничего страшного, бывает. В любом случае, катка классная, 21 килл, 3700 дамаги. Отличная катка, я считаю. Вот, ну а ты не забудь поставить свой лайк, обязательно прожимай лайкус. Также, если ты еще не подписан на канал, тоже обязательно подписывайся, пиши либо свой комментарий. Ну и поехали в следующую катку. Так, починки. Со мной сквад, вижу, летит. И там тоже справа сквад. О, нормально, калаш и юмпик сразу же. Че, чел, будет заходить, нет? Но у меня на этаже находится. Забегали, забегали.
Еще будут забегать. Спасибо за лутеск, ребята. Так, еще двойка осталось, получается. Так, там с улицы подходит. Блин, наверное, зря я к ним сюда зашел. Лучше отойти. Там тоже слева бегают и справа бегают. Везде бегают. Блин. Мне прям под забором здесь чел. Чего там в кемпе чел стоит? Еще один. Блин, мне хаешка залетела. Ух, живу. Я живу. Я живой. Блин, и хаешек больше нет. Да ё-моё. И отрезались. И тут у меня тоже двойка побежала. Надо было, наверное, пушить. Бегает, бегает, бегает. Один нот. Блин, на рабете. Так, у меня еще на той стороне пулка. Их тиммейт, так понял, убежал куда-то. Может быть, даже побежал в сторону реслуки. Да, слушайте, подходит. Один нот есть. Второй тоже нот есть. Где тоже нок есть. Шпреды тоже нок есть. Все, их как раз четверо было. Найс. Спасибо за кильщики. Так, теперь нужно обратно возвращаться на ту сторону. Еще так-то много людей, оказывается. Там еще файтится вовсю. Стрим-снайперы стреляют. Похоже на стрим-снайперов. Ну, на людей, которые за тими хотят. Ну, слушай, они на той стороне все. Здесь, я надеюсь, никого нет. А, чел прибегает. Ну где вы? Ну покажитесь просто. А, вижу, один спрыгнул. Блин. Ну ё-моё, с такой имбовой позиции слетел. Надо обратно подниматься. Он там до сих пор фатится, что ли? Да, вижу. А, все, он соло был. На крышу хотел подняться.
Значит, у меня здесь больше никого нет. А, вижу. Блин, одно хп ему оставил. Эх, сейчас бы коктейльчика бы. Коктейля вообще нет. Да, он также там стоит. Лови хэшку. Вроде он соло здесь. Правильно же, я думаю. Да. И он нокнулся. Чё, неужели это все? Неужели это минус все починки? Неужели я отвоевался? Надеюсь, что да. По идее, да, это минус все. Бля, что за звуки? Зачем так пугать? Так, я вроде как видел трехколеску, там надо ее забрать. Если ее еще не забрали. О, дача есть, отлично. Просто идеально. Дачу никто не спер. И почему-то у меня очень высокий пинг. Баги, вижу, едет. Блин, у них лучше позиция. Есть минус двойка. Нет, у них была не лучшая позиция. Они с реслки ехали. На реслке там еще могут быть щелы. Давай съездим на реслку, посмотрим. Если там кто-то еще. Да, есть, есть, вижу. Еще баги едет с двойкой. Ой, нет, здесь на самом деле много челов. Тут еще одна баги с двойкой. Да вы че? Разъездились-то все вдвоем. Так, я, пожалуй, в эти кемпы пока заеду. Чтобы не особо рисковать. Шел у них файт. Еще возьми. Блин, УАЗик уедет сейчас. Еще баги едет сюда. Он, на баге там сольник едет. И он лагает еще, пипец. Да ё-моё, нет. Да за что? Так, ладно, я понял. Мне надо сюда срочно приезжать. Прилетать, точнее. Мне жизнь еще есть. О, мой дотек, кстати. Их закрыли. Мой ящик здесь находится. Блин, а может быть забить и полутаться немножечко, а потом прийти туда к нему. Вот в этих кемпах хотя бы. Блин, сюда РБшка едет. Но там в этих кемпах прям вообще жарко. Очень много людей. И у меня очень жестко пингует. Я не знаю почему, просто забей. С чем связано? Непонятно. Иногда пингует, иногда нет, иногда нормально все. Да, там чел стреляет. Там за деревом типа ок, вижу, сидит. А, это самый чел, по-моему. Это он, нет? Какой-то Алекс. Так, сейчас я в эти кемпы зайду. Надеюсь, в этих кемпах никого нет. Там ботик бежит. Блин, спешки жалко, их очень мало. Блин. Лут долго подбирается. Все бы ничего, но вот единственное, что лут долго подбирается. И в наклон долго входит. Да, там РБшка стоит. Эх, сейчас бы иксовочку бы нормальную.
Там этот тип, который меня убил, сидит в этих кемпах. На, я вижу его. Вопрос, там сольник или двойка? Там поверх чел бежит. Значит, этого чела заберет, скорее всего. Ух, ема, там коричист, там двойка получается. Ладно, я вас понял. А у меня каски еще третий нет. Может дождаться, пока не меня запушат. Зачем мне лишний раз тратить арморы, правильно? О, есть ног. Продал своего тиммейта. Че, он будет сюда заезжать? Блин, что? Дверь не открывается. Да, он сюда заехал. Смоки раскинул. Че, он пушить пойдет, что ли? На крышу смог закинул. Что он делает? Блин, я просто не понимаю, где он. Зачем-то смоки прокинул. Ну, коктейли бомбовые. Мне надо с ним быстрее как-то заканчивать. И залутать его жестко. Сейчас попытаюсь как-то по звуку самолета пройти. Чего? А, вырубил, еще есть чел. Блин, как же пингует. Так, ну их двойка приехала, все правильно. Блин, за что? Я хотел смоки прокинуть. Фух, я еще живой. Я еще каким-то образом живой. А у него гроза. Блин, мне бы залутать его. Хорошо. Ладно, я поехал отсюда. Я просто валю. Я просто валю. Сорян, братан, не моя война. Я хочу заехать в зону и отхилиться. Пипец, как же я выжил просто после этой грозы. Сейчас вот отсюда заеду, стопнусь. Просто забей. Гении играют. Хорошо, что я хотя бы смог прокинул. Хоть немножечко мне облегчило. О, у меня зона отлично. Просто замечательно. Еще бы залезть на эту крышу с первого раза, было бы вообще идеально просто. О, отлично. Наконец-то я залез на эту крышу. Так, сколько у меня монет? У меня 23 монеты всего лишь. Начал прибегать. Это тот самый с грозой, который... Блин, может быть мне его закрыть? Там зоны нет. Он ползет там. Мне бы его закрыть, залутать. Чего? Что? У меня все это время был чел в кемпе. Чего? Это вообще что? Нет, ты просто представляешь, у меня все это время в этом кемпе сидел чел. Так, я, наверное, его пулик заберу.
Так, а это кто такой там? Тоже чел? Убил. И он мне каску поставил. Возможно, его тиммейт был. Ладно, поиграю с пуликом. Так, теперь вопрос, где тот чел? Куда он делся? Скорее всего, где-то ползет. Поле просто. А, вижу его. Блин, у него мосинка, и по мне справа стреляют. Блин, то, что у него мосинка, это, конечно, все усложняет. А где его справа чел? Блин, и опять чел в траве со снайпой. Блин. И зона ушла. Да ё-моё. Я просто не понимаю, где он, откуда стреляет. Просто ноль информации. Ну, в любом случае, надо в зону ехать уже. 5 щелов осталось. Отсюда его точно не видно будет. А, я вижу этого лежуна. Все, минус сана. Минус сана, а это значит, что я сейчас могу попытаться закрыть того типа, который в поле остался. Но это большой риск, потому что у него коряк. Хотя, зачем мне это делать? Я сейчас просто в зону заеду, да и все, на позицию саны, правильно же? Зачем мне на эту крышу лезть? А, я вижу его. Все, я его заметил. Вот этот типок. Сейчас я его закрою. Все, домой, братанчик. Так, осталось три щела. Осталось три щела, у меня нет бенза. И опять придется пешком бежать. О, тут баги есть. Сейчас баги заберу. О, на баги немножечко бенза есть. О, чел лежит. Чего? Он просто перепрыгнул баги. Все, два типа осталось. Я думаю, со стороны кемпа чела. Да, вот он типок лежит. Так, а где последний? Где последний грибочек лежит? А, заметил его. Блин, а дроп-то за лут нужен. Ну, хотя бы есть инфа, где он есть. Все, изи. 27 киллов. Найс! Ну, наконец-то есть топчик, ура. И причем неплохой топчик. Сейчас посмотрю, что там по резам. Так, и по результатам 27 киллов, 4700 дамага. Я не понимаю, что происходит. Прошлый видос там было 37 киллов. Этот видос 27 киллов. Просто обожаю этот режим, он просто самый лучший. Не забывай прожимать свой лайк, обязательно прожимай лайкос. Также, если ты еще не подписан на канал, то уже обязательно подписывайся, пиши либо свой комментарий. Вот, ну и все, в принципе, я с тобой прощаюсь. Как всегда, желайте в первую очередь хорошего настроения, удачи. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.